Здравствуйте, уважаемые болельщики. Приветствуем вас на стадионе на Флотской. Ну, тех, кто сейчас присоединился к нашей трансляции. Ну, а тех, кто уже посмотрел эфир с поединка, в котором встречались Интер и усадьба Банная, мы рады приветствовать вновь. Сейчас нас ждет не менее интересный матч. Ответная игра все той же 1/8 финала Кубка любительской футбольной лиги, Кубка ЛФЛ, аналога Лиги Европы, если на большой футбол перекладывать название соревнований. И Западная Москва будет на Флотской сражаться с хозяином поля, Северным Динамо. Первый поединок завершился результативной ничьей со счетом 3-3. Ну, а значит, нас сейчас ждет увлекательное противостояние. Если бы это был футбол профессиональный, если бы вот это была та самая Лига Европы, аналогом которой является этот турнир, то сейчас счет 0-0 устраивал бы Динамо. Но в любительской футбольной лиге голы на чужом поле не учитываются при равенстве голов со стороны двух команд. И потому счет 0-0, если так закончится поединок, он будет означать серию пенальти. Собственно, в только что завершившемся матче Интер-усадьба Банная, вот если бы действовали правила большого футбола с большим весом голов на чужом поле, Интер бы прошел дальше. Потому что, проиграв 1-4 на Востоке, команда Сергея Филина блестящую игру показала дома. В напряженном поединке выиграл счетом 3-0 усадьбы Банной, но это означало, что 4-4 по сумме. Команды пробили серию пенальти. Ну и в ней усадьба Банная все свои 4 попытки реализовала, а Интер только один из 3 ударов забил, Александр Рощин. Но это было уже поздно, потому что Дмитрий Мечков и Владимир Свежук переиграть голкипера восточной команды не смогли. И один из главных фаворитов, пожалуй, главный фаворит Кубка ЛФЛ, закончил свое выступление в турнире. Но усадьба Банная тоже один из главных фаворитов. Просто на фоне Интера, наверное, смотрелась андердогом. Но на фоне остальных команд точно будет как минимум 50-50 шансами. Ну, а сейчас все, обратно к матчу «Динамо-Москва». Момент сразу у динамовцев. Тимофеев отдавал передачу направо, и там Никита Митин бил. Но неудачно, мяч не лег ему на ногу, в отличие от разминки, когда он классно забил вот один из своих ударов в ворота Игоря Гришина, низом в ближний угол уложил, так что вратарь так застыл. Ну, понятно, что в игре, наверное, Игорь Гришин бы прыгнул. Но здесь он просто застыл и не дернулся. По сути, проводил мяч взглядом, а тот в самый угол ударился. Как говорили, как шутили уже в ЛФЛовских кругах, вернули 2009 год. Динамо Москва, как прям в премьер-лиге когда-то, но в российской футбольной премьер-лиге Москва давно не существует, а в ЛФЛ команда хоть и очень сильно обновилась за годы своего выступления, тем не менее остается эта команда, в общем-то, командой Валентина Лиховенко, и остается верна себе и показывает добротный футбол. Всегда Москва — это такой соперник неприятный для любых оппонентов. Против горожан теряют очки периодически и гранды. Москва в целом показывает добротный футбол, но и в Еврокубках часто играет, и вот в этом году играет. Это просто вот еще одна иллюстрация того, как выступает Москва. Но, наверное, в противостоянии с Динамо изначально горожане были андердогами, и матч на Сетунь-парке складывался в пользу Динамо, но не смогли подопечные Антона Тимофеева удержать свой перевес. Несколько раз вели в счете, в том числе 3-2 был счет, но завершилось все ничейным исходом, а потому пока, ну, по сути, один матч сократился. Ну, просто Динамо дома проводит тот поединок, который решает судьбу этого противостояния. Давайте к составам обратимся. Динамо играет слева на ваших экранах. Голубые кофты, темно-синие штаны. Стильно смотрится экипировка динамовцев. И состав следующий. Команда Игорь Гришин, номер 30 в воротах. Оборона справа налево. Кирилл Орлов, номер 18. Капитан команды. Евгений Корнилов, номер 3. Илья Чижиков, номер 6. Стандартное сочетание. Андрей Тыняный, номер 7 в центре поля. Тоже стандартно. Справа Никита Митин, номер 79. И в нападении Сергей Анохин, номер 14. Это, по сути, основное стартовое сочетание сейчас, основной состав. Но слева вот Михаил Тимофеев, номер 10. Не всегда он пока, после того, как в Динамо перешел
в прошлый трансферное окно, не всегда приезжает на игры, но, безусловно, это усиление. Усиление для динамовцев. Чемпион Севера, действующий в составе Терминатора, уходил на Запад, после того, как Терминатор прекратил, может быть, временно свое существование. Ну, а сейчас вернулся на Север, вернулся в сборную Севера, с которой, по сути, не уходил, потому что сборные не играли в то время, пока Тимофеев был на Западе. Ну, и вот теперь... И за «Динамо» играет, собственно, у тренера сборной «Севера». Ну и в запасе Павел Фарафонов номер 9 и Дмитрий Голышев номер 7. У «Динамо» небольшой резерв, но достаточный, чтобы поддерживать темп, ритм. Голышев, может, наверное, будет в нападении играть, может сыграть в защите, если понадобится. Ну а Фарафонов – это на края полузащиты усиление. Ну а если вдруг в центре полузащиты понадобится замена, то там просто Михаил Тимофеев сместится туда. Собственно, Тынянный может, если надо, и переместиться на фланг. Но в «Динамо» он, как и в штурме, куда он перебрался по ходу прошлого сезона, играет в центре полузащиты. Раньше все-таки за Тыняном такого не водилось. Его в командах ЛФЛ выше использовали, под нападающим или нападающим. Но вот стал центральным хавбеком и очень здорово смотрится. Первый удар по воротам Игоря Гришина. Не опасный, но для статистики. Москва. В следующем сочетании сегодня представлена. Григорий Сорокин защищает ворота номер 1. Оборона справа налево. Станислав Первушин номер 4. Максим Плаксин номер 44. Владислав Наквасин номер 21. Андрей Беломыцев номер 8. Капитан команды в центре полузащиты. Инсайдами заявлены Константин Хлебников номер 2. И Александр Семахин номер 55. Хлебников правее, Семахин левее. В нападении Максим Скопин номер 18. В запасе Илья Шуб номер 19 и Анатолий Спиридонов номер 10. В общем, такой же глубинный состав, две замены. Ну и отмечу, что все-таки Константин Хлебников, я вижу, в защите располагается. Ох, момент! Илья Чижиков бил и спасает Григорий Сорокин сейчас Москву. Первый, можно сказать, голевой момент. Удар был опасный, точка, может быть, не... Гарантировал остроты, а удар был опасный. А в итоге все заканчивается угловым. А с этого углового Андрей Тыняный открывает счет на исходе 6-й минуты встречи и выводит «Динамо» вперед в этом противостоянии. 1-0. Идеальная подача. Если не ошибаюсь, ее Михаил Тимофеев исполнял. Но Тыняный мастер игры головой. Плюс он, конечно, гренадерским ростом обладает. И с ним тяжело бороться. Ну и вот не смогли справиться. «Динамо» выходит вперед. Постоянно это в этом противостоянии случается, но до сих пор Москва все время отыгрывалась. Так что горожанам не впервой, да, я не сказал, что в белых футболках с вкраплениями синего, а москвичи в темно-синих бриджах и в синих гетрах играют. Ну, вы уже, думаю, поняли. Хотя бы методом исключения, потому что экипировку «Динамо» я называл. И ворота справа на наших экранах у Москвы. Здесь контратака у бело-голубых в плане именования. Конечно, по форме-то совсем не такой. Сегодня «Динамо» играет. Но мы будем все-таки так называть. А Москва, в общем, бело-синие. Это если традиционные цвета брать. Традиционные цвета в ЛФЛ. Когда-то Москва вообще была красно-белой в ЛФЛ. И когда-то это была команда... с достаточно большим бюджетом, и в ней играли очень известные люди. И Константин там Головской, если не ошибаюсь, был, хотя вот насчет него не уверен, но точно были Александр Панов. И многие известные в прошлом футболисты, но Владимир Бесчастных там играл. Но эта команда в итоге не добилась... успеха, не решила поставленные задачи, и в итоге здесь штрафной, Анохин зарабатывает, Плаксин свалил, и в итоге, Москва переформатировалась, Валентин Лиховенко принял команду под управление, и с тех пор Москва вот такой крепкий коллектив, который там то повыше, то пониже, где-то в серединке таблицы западной премьер-лиги, иногда борется за выживание, но в целом, ну как борется за выживание, где-то близка к зоне выживания, но всегда, во-первых, ну уходит, наверное, из этой борьбы в конечном счете Москва, и по сути все-таки такого бедствующего положения у нее нет, здесь мяч проходит между игроками стенки, между прочим. Но не долетает до ворот, но в итоге опасно все было. И в итоге угловой «Динамо» зарабатывает. Наверное, только угловой. Вот в этом сезоне Москва, конечно,
можно сказать, кандидат на выживание. Перекладина, еще один на угловой, еще один удар Тынянова головой по спадающей Михаила Тимофеева. Но на этот раз перекладина Москву спасает. Динамовцы правильно сегодня настроились на поединок. Ну вот Москва 12 место занимает в Западной премьер-лиге, но там только одна команда вылетает. И это будет, скорее всего, Западный легион. У него только 6 очков, 10 очков у Космоса, 15 у Кеглей и 17 у Москвы, но на игру меньше, чем у всех, кто ниже. Так что, ну, опять же, наверное, не самый удачный сезон, но борцом за выживание Москву, наверное, тяжело назвать. Первая замена в матче. Так, кстати, не представил. Дмитрий Ершов обслуживает встречу как главный арбитр, Игорь Елисеев. На резерве тут у нас играют северная команда против западной, и бригада такая, западно-северная, получается. Западный арбитр главный, а северный резервный. Ну, а что касается замены, то Илья Шуб появился на поле. Сейчас разберемся, кого он заменил. Симахина, что ли? Не знаю, сейчас по ходу дела будет понятно, пока Динамо атакует, прессингует футболистов Москвы. Ну и видите, прессинг оказывается удачным. Удар не получился у Тимофеева, но тот факт, что он вышел на эту ударную позицию, это, конечно, для Москвы проблема. Динамо пока переигрывает соперника. Ну, еще раз повторю, Динамо фаворит этому противостоянию. И сейчас настроилась команда правильно. Наверное, не в последнюю очередь на это повлияла вчерашняя игра динамовцев в чемпионате, когда, несмотря на то, что по ходу второго тайма Динамо вело в счете 1-0, уступила команда и не кому-нибудь, а APC, одному из аутсайдеров первой восьмерки высшего дивизиона Севера. Для западных зрителей, которые, может быть, не в курсе, назову вам новый регламент, расскажу о новом регламенте. В этом сезоне на Севере после первого круга, где все 16 команд высшего дивизиона сыграли друг с другом по одному матчу, было разделение на первую и вторую восьмерки. Очки сгорели. Ну и вот в этих восьмерках два круга играют. Собственно, 6 туров прошло на исходе. Первый круг этого второго этапа чемпионата Севера. Динамо бодро достаточно начало. Но вот КПС проиграла вчера команда Антона Тимофеева. Это, конечно, в определенной степени катастрофа для Динамо, потому что команда собирается за чемпионство бороться. Ну, Интер вообще очков не терял. У него 5 игр, 5 побед. Вчера с Gold Shark свой матч перенес Интер, и те, и другие готовились к ответным матчам Кубка ЛФЛ. Но Динамо уже на игру больше и на 3 очка меньше. По-прежнему 12 баллов. 12 набрал Эгифес, который вчера с счетом 5-4 у Легиона выиграл. ЦДК набрал 10 очков, переиграл с счетом 4-3 вчера Неву. Но вот 7 у Gold Shark с игрой в запасе. Правда, игра против Интера 6 у Невы, и вот 6 теперь у APC. 0 у Легиона. Вот такова ситуация. Ну и для Динамо, конечно. Динамо, кстати, на третье место опустилось, потому что в личной встрече Гефесту уступило со счетом 3-2. До этого, да, только Гефесту проиграли. Но и Динамо с Интером будет играть в последнем матче первого круга. Если динамовцы одержат победу, а то смогут снова бороться именно за первое место. Если потерпят поражение, то уже тут обострится борьба за медали чемпионата. И в ней не все будет просто у динамовцев. А лучшим результатом истории команды, напомню, было третье место в позапрошлом сезоне. Завоеванное. Здесь голкипер подчищает у Москвы. Причем Григорий Сорокин, смотрите, без страха. Ну и в данном случае без упрека, наверное, действовал. Правда, мяч все равно сохранить в итоге не удалось Москве. Динамо в атаке слишком легко проходят динамовцы. Передача Тимофеева, но, может быть, не самая удобная на Андрея Тынянова. Поэтому тот назад отыгрывает. Кирилл Орлов. Анохин уже ушел с поля. Дмитрий Голышев вышел. Причем он сейчас не на позиции форварда оказался, но это ситуативно. Где-то на месте правого защитника вообще сейчас располагается. Орлов бьет с рикошетом. Мяч прилетает в руки Григорию Сорокину. 1-0 по-прежнему. Пока игра в пользу Динамо складывается. Не вижу, кстати, где Павел Фарафонов, который в заявке у Динамо, и который точно здесь, на стадионе. В зоне разминки где-то, наверное. А, да, вот сейчас увидел за воротами Игоря Гришина. Здесь хорошо играет Наквасин. Но смотрите, нет предложений у Москвы. Правда, хорошо разбирается Илья Шуб в этой ситуации. Выбирается и играет на нападающего, на Максима Скопина. Но в целом Динамо
действует четче пока соперника, очень грамотно, и пока шансов Москве не предоставляет, а с учетом уже забитого Андреем Тыняным гола. Ситуация для Москвы совсем неприятная. Другое дело, что, опять же, один мяч. Вот с IPC Динамо вело, и не было ощущения, что может команда потерять очки. Но в итоге все обернулось провалом, и провалом в последние 10 минут буквально. Сначала сравнял IPC счет, а затем и вырвал победу. Здесь падение Тимофеева, конечно, не будет расценено как нарушение правил, потому что в штрафной было. Все-таки судьи разграничивают на, наверное, от территории происшествия на то, стоит свистеть или нет в таких случаях. Может быть, за штрафной и раздался бы свисток, особенно вдалеке от штрафной. Но на пенальти, наверное, не тянет этот момент. Беломыцев отыгрывает назад. Плаксин разворачивает налево. Станислав Первухин с Беломыцевым играет. Тот на Скопина зацепится. Ну, получается, у Скопина здесь Беломыцев классно играет. Поля не хватило. И Гришин вовремя вышел из ворот. Подстраховал. А теперь разыгрывает с Корниловым мяч. Вытягивают динамовцы соперников на себя. А здесь атака не получается у Москвы. Не получается теперь у динамосов атака. Игра немножко у нас завязла. Не думаю, что для Антона Тимофеева это плохой сценарий. Но с другой стороны, Москва начинает выжимать соперника со своей половины поля. Начинает на чужой половине что-то может создать. В итоге здесь, правда, не получилось Беломыцев зацепиться. Там Корнилов киксанул при приеме. Голышев завозился и в итоге сфалил. Беломыцев требует, ну не требует, а так поспрашивает Дмитрия Ершова, почему нет желтой карточки для Голышева. Голышев выясняет с Кириллом Орловым и примкнувшим к нему Андреем Тыняным, почему, кто не прав, считают, что долго возился с мячом седьмой номер, партнеры, наверное, в данном случае это адекватно, ну а Беломыцев, не знаю, навешивал, бил, что это, неудачно в любом случае. Гришин будет вводить удар от ворот. Чижиков играет направо на Митина. Динамо как-то в последнее время не атакует практически. Вот возможность наконец повладеть мячом на чужой половине поля. И поэтому достаточно размашисто сейчас динамовцы действуют. Тынян и подавал, не бил. В итоге мяч до Григория Сорокина дошел. Ну и аут. Вратарь в прыжке отбил его куда-то в сторону.
Никуда не спешит. Динамо приводит мяча из-за боковой. Еще раз повторю, это все понятно и логично. Но вот нельзя контратаки пропускать, и Евгений Корнилов сейчас не дал Скопину зацепиться. Ищет, кому отдать Сорокин мяч. В итоге под него выходит партнер, это Илья Шуб, который достаточно неплохо в игру вошел. Но в целом у Москвы особо отметить некого. Это вообще команда... Вот это вообще Москве свойственно, этот футбол, когда вроде бы все стараются, работают, но команда не имеет много ярких игроков. Ну кто в этом составе? Наверное, Беломыцев самый яркий игрок. Раньше Сергей Мажухин, наверное, был самым ярким футболистом в истории Москвы. И самым нестандартным. Долго и здорово за эту команду выступал. Уже порция претензий от Кирилла Орлова в адрес Евгения Корнилова по нескольким эпизодам. Сейчас, правда, за партнера вступился Игорь Гришин. Он не подсказал Корнилову, что тут был один, совершенно не требовала ситуация выноса в одно касание. Голышева заменили на Анохина, кстати. А Павел Фарафонов вступил в игру и заменил Михаила Тимофеева, которому, наверное, надо еще кондиции подтянуть. Не так много футбола у него, видимо, в последнее время было. Но, может быть, просто это план такой, что его первым убрали с поля. Ну, а, в общем, Фарафонов мог бы заменить, наверное, либо Тимофеева, либо Митина, ну, либо Тынянова, чтобы Тимофеев шел в центр, но в этом не было смысла. Ну, а Митин такой энерджайзер, у Митина куча энергии, и поэтому, наверное, заменить все-таки более опытного и возрастного Тимофеева, чтобы отдохнул и потом вошел в игру. Ну, а Голышев, наверное, не попал в этот матч пока. Первый отрезок занести себе в актив не может. Орлов на Анохина сыграл. Анохин крутится перед штрафной. Тыняный удар! Ну и сейчас надо было Митину забивать. Вложил, по сути, Тыняный мяч в ногу. Но единственное, что тот немножко скакал. Конечно, попробуй поймай. Ударь в касание. Но момент опять голевой Динамо создает. Ну, по сути, третий уже, наверное, в этом матче. Ну, а Москва отвечает заменой нападающего. Максим Скопин поле покинул. И Анатолий Спиридонов в игру вступил. Высоковата передача. Ушел Спиридонов с позиции в глубине. Так, приставным шагом все ближе и ближе к своим воротам подходил. Но в итоге передача Сорокина оказалась слишком высокой для нападающего. Не достает Беломыцев. Беломыцев мяч. Ну, а Чижиков откидывает Игорю Гришину. Ну, и Гришин тоже выбивает через все поле и на соперника. Анохин, смотрите, где оказался. И в итоге помешал принять тоже оказавшемуся здесь Плаксину мяч. Вот так вот центрфор Динамо и центральный защитник Москвы оказались на чужой половине поля. Кто за кем пришел, тут интересно. До Фарафонова доходит длинная передача Кирилла Орлова. Выходит Фарафонов из штрафной. Тыняный.
Налево Чижиков будет бить или нет? Ну, справа бить вряд ли будет, поэтому отдает передачу Тынянову. Вот он будет бить, и удар не получается у Андрея Тынянова. А удар был неприятный для вратаря, потому что он не видел мяча из-за защитников. Но не попал Тынянов выше ворот. Ушел мяч, немножко свалился с ноги у полузащитника «Динамо» из сборной «Севера». А сейчас «Динамо» в прессинг. Пошло Тыняна и Анохин, но вышли горожане. Впрочем, еще не до конца вышли. Но уверенно контролирует мяч. Но сейчас Сорокин, что в итоге длинную все равно придется делать. Но длинную адресную передачу. Станислав Первухин. В центр Беломыцева. За ним не успевает Кирилл Орлов. Правда, Беломыцев при обработке немножко замедлился. Но удар, гол! 1-1! 1-1! Вот то, о чем мы с вами, собственно, ведь и говорили, да? Один удар, и все меняется. На 25-й минуте Андрей Беломыцев с передачи Станислава Первухина сравнивает счет в контратаке Москвы. Из чего она началась, да? Вот пошли динамовцы в прессинг. Причем там был подсказ, по-моему, как раз со стороны Кирилла Орлова, что не надо идти. Ну, казался перспективным прессинг, а в итоге вышло очень грамотно. Москва из-под него очень спокойно, уверенно, ну и в итоге сравняла счет. И не успел, да, Кирилл Орлов, там позициями поменялись игроки «Динамо». Но именно в плане скорости с Беломыцевым, который еще и уже имеет преимущество и уже принял мяч, Орлову тяжело сражаться. Он вроде бы достал Беломыцева, пока тот замешкался. Но полузащитник горожан сделал два шага и снова от Орлова оторвался. Ну а дальше нанес удар, спрятанный под Корнилова в ближний угол. И Игорь Гришин не дернулся, потому что момента удара не видел. Фарафонов подача высоковата. Догонит ли мяч его партнер? Нет. Но здесь очень тяжело было. Вот Митин и не догнал. Замена у Москвы. Не в зоне замены, к слову. Станислав Первухин, автор голевой передачи. Поле покидает. И Александр Семахин, который действует под 14-м, а не под 55-м номером, как был заявлен. Вернулся в игру. Там и Константин Хлебников сейчас на скамейке у Москвы. Скопин вернулся, а Спиридонов ниже ушел. Или нет, нет, Александр Семахин под 55-м номером, остался понять, кто под 14-м действует. А, просто еще кто-то подъехал у Москвы. Вот оно, в чем дело. Сейчас будем разбираться. Три замены. То есть у горожан Анохин бьет. Блокирован удар, но с острого угла бил Анохин. Но, в общем-то, все равно опасно. Москва, кстати, накануне не играла. Она свой последний матч против ФКСП провела 18 марта и уступила 1-10. А последнюю победу в западной премьер-лиге Москва одерживала 3 декабря над КПРФ со счетом 4-2. А, даже нет, я прошу прощения, это был Кубок ЛФЛ, стыковой раунд. А в западной премьер-лиге, в последний раз западный легион Москва обыграл 25 ноября. С КПРФ, кстати, интересная история противостояния. В этом сезоне Москва в чемпионате с КПРФ сыграла 4-4, выиграла первый матч от этого стыкового раунда, в которых участвовали вторые места своих групп Кубка ЛФЛ. У КПРФ ответный матч проиграл, но выиграл 4-2, проиграл 0-1 и потому прошла дальше. Потому играет с «Динамо» в 1/8 финала. И пока, видите, уверенно держится. Остается полторы минуты до конца первого тайма. А счет 1-1. Я, кстати, не представился, по-моему, сам. Александр Седов для вас эту встречу комментирует. Но «Динамо» летит в контратаку. Анохин
что придумают на Фарафону, по-моему, перечили, на Митина, Митин, да, это был удар хлесткий, но высоковато. Прижать как следует не получилось мяч. Но ощущение, что Игорь Звездин доехал под 14 номером у Москвы. К слову, он-то заявлен как главный тренер вообще. Хотя, может быть, и нет, не Звездин. Пытаюсь я по заявке понять. Александр Николаенко это был. Вот это приехал по 14 номерам. Внесем его в протокол. Он сейчас на поле. Ну вот у Москвы три замены. А не две. Как у Динамо. Минута добавленная. Идет к первому тайму. Один-один. В этом матче не было желтых карточек, а голами команды обменялись. На мяч Андрея Тынянова, забитый на 6-й минуте ударом головой с углового, отметил Андрей Беломыц на 25-й в контратаке. А здесь еще и отворот, даже углового не удалось заработать Динамо. Ну и на этом первый тайм завершен. Отдыхаем вместе с командами и потом возвращаемся на поле. Возобновилась игра на стадионе на Флотской. Динамо принимает Москву в ответном матче 1/8 финала Кубка ЛФЛ. 1-1 после первого тайма. 4-4 по сумме двух матчей, поскольку первая игра завершилась со счетом 3-3. Ну и вот Динамо играла с перевесом, Динамо играла сильнее, Динамо создало больше моментов. Но в итоге Москва свой единственный шанс реализовала и сравняла счет. Игорь Гришин неточную делает передачу. Ну и вторая половина у нас пока начинается в том же неспешном темпе, что и первая проходила. Ну и это вот, наверное, не на руку Динамо, причем динамовцы начали достаточно быстро. Но забив быстрый гол, сбросили обороты, ничего не предвещало проблем, казалось бы. Но это, опять же, очень обманчивое впечатление. Митин дает передачу, выбравшись из-под прессинг двоих, но пас никуда был. Составы команд Динамо вторую половину начинает в следующем сочетании. Оно немножко отличается от стартового. Ну, на воротах Игорь Гришин, в воротах справа налево в обороне все по-прежнему. Кирилл Орлов, Евгений Корнилов, Илья Чижиков. Но сейчас Андрей Тынянов отдыхает, и потому в центре располагается Михаил Тимофеев под 10-м номером. Края. А, нет, Андрей Тынянов играет, все правильно. Тогда Митин и Тимофеев по краям, здесь как в стартом составе, но просто вместо Сергея Анохина Дмитрий Голышев начал вторую половину. Ну, а что касается Москвы, так, здесь прорыв неплохой, но мяч у Гришина. Григорий Сорокин в воротах, оборона Станислав Первухин, Максим Плаксин и
и Владислав Наквасин. Это как в стартовом сочетании. Андрей Беломыцев в центре. Справа Илья Шуб, слева Александр Николаенко. Оба начинали на скамейке запасных. И Александр Семахин на острие атаки. А он начинал в полузащите. Ну, смотрите, зоны появились свободные у динамовцев зачем-то. Не нужно этого допускать. И опасная атака завершается угловым. Всего лишь угловым. А с другой стороны, само Динамо именно с углового счета и открыло в этом поединке. Ну, одну серию пенальти мы уже посмотрели. Она была неудачной для Севера. Именно так проиграл сегодня Интер усадьбе Банной. Отыгравшись с минус 3 полученных на Востоке, команда Сергея Филина не смогла четвертый мяч провести. Ну и в итоге потерпела поражение в серии пенальти. Сегодня северные команды играют на других еще стадионах. Например, Гефест играет с СТК Магистралью на Сетонь-парке. Гефест 3-3 сыграл домашнюю встречу с СТК Магистралью. Ну а Голдшарк играет на том же Сетонь-парке с Титаном, с которым разрешился миром 1-1 дома. Вот так вот Интер был единственный, кто проиграл. Он выиграл, но в ответной встрече, но в серии пенальти уступил. Ну а все остальные сыграли в ничью у динамосов. И сейчас ничейный результат на табло. Но вот на самом деле Титан с Голдшарк уже свой матч сыграли, да и Гефест со СТК Магистралью тоже матч сыграли. А здесь Илья Чижиков! Илья Чижиков расчехляет, ну, вообще свою пушку, конечно, но сейчас, наверное, удар пушечным не был. Но суть в том, что на 35-й минуте Динамо в очередной раз в этом противостоянии, в этом матче во второй, а в противостоянии в очередной раз выходит вперед. И по сумме двух матчей становится счет 5-4 в пользу динамовцев. Ну, а вот что касается остальных команд Севера, на самом деле, без неожиданностей. Титан дома, конечно, по Голдшарк прошелся и выиграл с счетом 7-0. Вот это противостояние, знаете, это похоже на... На самом деле, это очень похоже на противостояние Спартака с Ливерпулем. Дома Спартак вел в счете 1-0, но пропустил и 1-1 сыграл с более мастеровитой командой. А на выезде получил 7 безответных мячей. Ну вот, в роли Мохаммеда Салаха, Садио Мане, Роберто Фермино и Филиппе Каутиньо выступили Евгений Севастьянов, Константин Головской, Павел Белов и Артем Фролов. Севастьянов, поскольку мы ему роль Салаха отвели, оформил хет-трик. Ну а еще один мяч в свои ворота Дмитрий Кожемякин забил. Да, для Голдшарк неудачно сложилось противостояние. Уже на 4-й минуте пропустили первый мяч, на 9-й второй. Очень тяжело так играть. Но до 40-й держали. Здесь момент еще у Голышева. Это 3-1 с передачи Михаила Тимофеева. Забивает важнейший мяч. Дмитрий отрывается Динамо на 2 мяча. И за 2 минуты буквально вот это делает. Это очень хороший задел. Тем более, что вот по сегодняшней игре все-таки Москва не производит впечатление команды, которая по заказу может дважды подряд забить. Но опять же, не будем забегать вперед. Но пока все хорошо. Правильно отреагировали динамовцы на счет на табло и на то, как нужно начать вторую половину. Ну, а что касается Гефеста, то вот он со СТК Магистралью, ну, наверное, был фаворитом, но не стопроцентным. СТК Магистраль хорошая команда, очень крепкая, сильная, и ничейный результат в домашней встрече, он, ну, такой, в общем-то, не сказать, что незакономерный. Ну, и вот в 15:30 начиналась та игра. Не знаю пока подробностей, но могу сказать, что Гефест со счетом 2-1 победил и прошел в одну
четвертую финала. Ну, так вот, как минимум один у нас четвертьфиналист будет. Ну, а мы надеемся, что все-таки два, потому что динамовцы действуют достаточно уверенно сейчас. Ну, и тут еще надо поговорить о сетке турнирной, потому что здесь же... Нет жеребьевки. Жеребьевка есть только на групповом этапе, а дальше... Вернее, нет, жеребьевка есть на групповом этапе, потом жеребьевка в одной... Восьмой финал, и сразу формируется турнирная сетка. Ну и вот Интер мог выйти на победителя противостояния Трансконтейнер пятый элемент, но уже не вышел. Там тоже интересно, Трансконтейнер сегодня дома принимает пятый элемент. В 16:40 началась игра, и там, ну, пятый элемент играл с бедой у нас, да, в группе. А интересно тем противостояние, что у себя дома пятый элемент на 63-й минуте вырвал победу Трансконтейнера. С счетом 1-0 победил. А сейчас, кстати, там идет 4-я минута второго тайма, и Трансконтейнер ведет со счетом 3-2. То есть по сумме матчей 3-3, ох, и там сейчас вот я просто включил трансляцию, и гол забивает пятый элемент. А у нас забивает гол Андрей Тыняный. Там забивает гол, да, Трансконтейнер даже, по-моему, не пятый элемент. Нет, пятый элемент забивает, да, а у нас забивает Андрей Тыняный. И сейчас становится 4-1, но теперь очень тяжело представить, чтобы Динамо, который на 35-й, 37-й, 39-й минутах по мячу провело, победу упустило. Ну да, вот пятый элемент, там просто сумасшедший удар со штрафного, гол красавец. Забили футболисты с Востока. Ну и там вот пятый элемент вышел вперед. Ну и пока он виртуально играет в усадьбе Банной. Восточный Селтик 5-0 обыграл Иствуд в первом матче. И там нет сомнений, что он пройдет и будет играть с Западным Титаном. Это вот вторая четвертьфинальная пара. Ну и, собственно, вот из этих двух пар сформируется первый полуфинал. Ну а в правой половине сетки Восточный РМА обыграл в первом матче Северо-Западную Ультру со счетом 1-0. 18:10 сегодня играют на Востоке. На стадионе Спартак. Торпеда с Пищевиком. Торпеда Сити с юга с Пищевиком сыграли 1-1. Я не знаю, как эта игра завершилась. В 11:45 играли уже эти команды на Зябликово арене на юге. Но пока неизвестно, как этот матч завершился. Мне, по крайней мере. Ну, если, кстати, наверняка... С юга там кто-нибудь смотрит эту трансляцию. Так что или просто кто-то знает в любых соцсетях или смс-очкой, буду признателен, если мне этот результат сообщат. Ну, а я привет, соответственно, передам в эфире. Ну и, собственно, чем интересно, да, у нас для Гефеста вот это противостояние, а для этих ребят было интересно противостояние с магистрали Гефеста, в том, что играют между собой победители. То есть пока Гефест и Динамо выходят друг на друга, конечно, не лучший для нас расклад, потому что тогда гарантированно кто-то из наших команд вылетит в четвертьфинале, а команды-то хорошие. Но это значит, что кто-то и точно пройдет. И хотя бы одна команда от Севера в полуфинале будет. Но это если Москва не совершит камбэка. Игорь Гришин. Длинная передача. Голышев успеет. Нет, здесь Семахин страхует. Но мяч подбирает Тынян. И уже не хватает сил Москве. И сейчас Тимофеев просит пас. Но за счет него сыграл Тынян. И удар. Да, мяч завилял в воздухе, отродил его Григорий Сорокин. Извинился Андрей Тынянов сейчас перед Тимофеем, даже я слышал, что он сказал, что хотел ему отдать сначала, а потом уже было поздно. А еще сейчас кто-то что-то им там с трибун зрители смешное сказали, все посмеялись. Жалко, вот этого я не слышал.
конечно, нет у Москвы какой-то контр-игры, которая могла бы поменять ситуацию сейчас. В этом проблема. А вот сейчас Семахин там привезли, просто привезли себе гол динамовца. Это Корнилов там ошибся. Ну и счет у нас 4-2. Вот контр-игры у Москвы как таковой нет, а на 44-й минуте гол отыграть удалось. Это Скопин, Максим Скопин свою роль форварда выполнил с передачи Семахина, ну уже на пустые ворота. После ошибки Евгения Корнилова. До двух мячей сократил отставание горожан. Беломыцев хорош. Шуб. Передача. У нас Семахина была сейчас передача. У того выбили мяч из-под ноги. Ну вот Москва поверила. Видите, как вот один эпизод меняет ситуацию. Москва поверила, что может после того, как... забила этот гол. Совершенно случайный гол, который был подарен горожанам соперниками. Здесь Фарафонов затоптал Семахина. Подустал Семахин немножко. Такое ощущение. Но и динамовцы не могут довести свою атаку до логичного завершения, которым стал бы удар по воротам. Зато хорошо прессингуют соперника и не дают тому выйти. 8 и 22 апреля уже пройдут матчи 1/4 финала Еврокубков и Кубка ЛФЛ, и Лиги Чемпионов. Лиги Чемпионов, напомню, ЦДК играет с Южной Тройкой регион. Или просто уже Тройкой. Мегатитан сыграет с Пивдомом, ФКСП с Авангардом, ЦДН с Кайзером. Такие пары 1/4 финала. А игра снова разбивается на эпизоды. Еще 14 минут командам провести на поле во второй половине. Ну и сейчас Динамо нужно сыграть так, чтобы соперник не смог воспользоваться каким-то шансом, который и сами динамовцы иногда предоставляют. Задача Динамо этих шансов не предоставить. Анохин зацепился, и получилось, что даже скидку сделал на Фарафонова. Тот на Чижикова. На Анохина отдавал Чижиков, но и так отдал неудачно, так еще и попал в Михаила Тимофеева. А здесь Тыньян и отрабатывает. Здесь отрабатывает Тыньян. Ну и динамовцы на свое полное поле садятся. Никита Митин готовится вернуться в игру. И уже сейчас это сделать вместо Михаила Тимофеева.
Никуда не спешит Игорь Гришин. Куда спешить, собственно, у «Динамо» все неплохо по счету, но учитывая проблемы команды в последнее время в плане сохранения результата, лучше, да, поберечься. А здесь Анохин, ну, перебрасывает авантюрное решение. Ну, уже и тем более и подсаживался под мяч, как-то не подстроился. Сергей, можно было бы, конечно, по-другому пробить, больше, что он умеет. Тыняны подбирает мяч. Вот то, что подбор с динамосами остаются, это их плюс. Здесь фола нет, хотя показалось, что в Андрея воткнулся сейчас соперник перед штрафной. Но, опять же, это все такое в борьбе было, что, наверное, можно понять Дмитрия Ершова, который нарушение не зафиксировал. Митин здесь зацепился за мяч и уже видел Дмитрий Шо, что было нарушение, но ушел от Наквасина полузащитник «Динамо». Здесь на Фарафонова сыграл удар Фарафонова с острого угла и опасный удар. Григорий Сорокин в прыжке на угловой мяч перевел, и было это непросто, надо отметить. Антон Тимофеев уже сам ходит за мячами, видя в первом тайме, что Фарафонов, например, ходил. Ну а подавать угловой будет Кирилл Орлов. Высоковато, но, смотрите, Тыняный-то добрался, высоченный, до мяча. Удар акцентированным не получился, потому что навес был слабоват, но... Удар есть удар. И тем более, что вынос Григория Сорокина пришелся тут же в борьбу, которую динамовцы выиграли. Правда, мяч сохранить не удалось. Москва пошла в прессинг и... Аут заработала. Ну, а, кстати, я уже заговорил, да, матч трансконтейнера с пятым элементом. Там уже 5-3 трансконтейнер ведет. То есть, по сумме двух матчей уже трансконтейнер впереди в счете. А у пятого элемента штрафной. И там середина второго тайма. Там интриги пока больше. Но здесь, опять же, еще один гол Москва забивает, и останется один мяч. То есть, сами понимаете, что расклад... может поменяться. Орлов бросает на Фарафонова. Тот зацепиться не смог в борьбе с двумя. Беломыцев играет на Константина Хлебникова. Тот убирает Чижикова, а здесь что это? Пас, удар, тычок какой-то просто вперед, и это не опасно. Ну, Хлебников не самый главный дриблер, наверное, в Москве. И, кстати, Сергей Анохин ушел с поля, как и Павел Фарафонов. Голышев и Тимофеев в игру вернулись. Много безадресных длинных передач сегодня. Они действительно безадресные, потому что, ну, никого даже близко нет. А здесь аут в пользу, даже не аут, а свободный, что ли, удар в пользу «Динамо». Нет, аут, аут. Аут в пользу «Динамо», это резервный арбитр зафиксировал.
очень много борьбы, очень мало именно футбола в понимании, как яркая, там, красивая комбинационная игра. Не вина «Динамо». Эта команда своего добилась уверенно. Пока добилась на данный момент. Ну, а Москва играет как может. По сути, уже говорили мы, что не самый удачный сезон для горожан. Только 12 место в западной премьер-лиге. Так что, ну, с Еврокубками, наверное, команда прощается. Если сегодня проигрывает, на больше, чем на полгода. Тыняный! Можно было попробовать отдать партнерам, но уже решил бить. Чистокол ног соперников не сумел. Он... обойти. Орлов через Голышева, тот назад. Чижиков по своей бровке Тимофея. Вот подставит корпус на Квасину. Мяч принимает. Играет назад на Чижикова. Москва пошла в прессинг. Его вынудили это сделать. Чижиков убивает, но там голова Хлебникова, а пас в никуда у Хлебникова. Получает здесь Кирилл Орлов уже. Правда, пас на Гришина рискованный. Но смотрите, здесь Тыняны. И что, останется у Динамо мяч? Никита Митин совсем Плаксина не уважает, такое ощущение. Попытался его так легко обставить. Тот не позволил. Поставил корпус. Здесь фолит Евгений Корнилов. Разыграли быстро Первухин и Беломыцев. Илья Шуб. А здесь Голышев в перехвате и передача Тимофееву, но здесь Хлебникова не увидел, мне кажется, Голышев. Ну, а Тимофеев все-таки не самый резкий футболист. Пошел теперь Дмитрий Голышев в прессинг. Толкнул голкипера. Но тот сам, в общем, спровоцировал и толкнул не грубо Голышев оппонент, поэтому никакой карточки. Ну, а пошел в прессинг правильно. Как может, там Семахин цепляется. И вводит мяч в игру не с той точки, заработав штрафной. Опять прессингует Голышев Сорокина. Тот решает поводиться и почти дарит мяч нападающему Динамо. Ну так доиграется. Ушел Плаксин. Скопин вышел. Плаксин, кстати, уже в атаке играл. Но Скопин туда и отправился. У Москвы уже больше нападающих, чем защитников. Такое ощущение. Хотя нет, три защитника есть. Хлебников справа, в центре Первухин, слева Наквасин. Ну вот случаи, когда одни не могут, другие не очень-то хотят. И, в общем, это вполне закономерно, наверное. Вполне адекватно, объективно. Динамо на классе проходит дальше. 3 минуты еще играть, шансы еще у Москвы остаются. Ну уж больно уверенно выглядят динамовцы. Попытки горожан что-то изменить. Шуб на Беломыцева играет. Ну, а то передача не проходит. Здесь Тимофеев в приеме. Знаете, скорее Динамо пятый забьет. Тем более, видите, старательно бегут в контратаку, как Тынян и сейчас поработал. Надо было лицо его видеть. Митин на Анохина. Ну, а тот Тимофееву сложную передачу делал. Она
мало вариантов имела, чтобы дойти, и не дошла. Вот здесь в подкате Орлов у Москвы вообще ничего не получается в созидании. 2 минуты еще мучиться горожанам в Кубке ЛФЛ этого сезона. И можно будет сосредоточиться на западной премьер-лиге. Динамо, конечно, очень хочет турнир выиграть, постарается пройти. Гефест. Это будет яркое противостояние в этом сезоне. Динамовцы в первом круге выиграли 1-0. Здесь у Тынянова голевейший шанс, и он в штангу попадает. Митин пяткой дал, но там и Анохин, и Тимофеев классно сыграли в этой комбинации. Ну так вот, в первом круге Динамо выиграл у Гефеста, на втором этапе Гефест уже победил со счетом 3-2. Ох, Анохин хитрую передачу делал, но ее прочитали. Брака по-прежнему много, очень много брака в этом матче. Сейчас Шуб выбирается. Длинная передача прямо на Тынянова. Тыняный, кстати, очень хорошо поработал сегодня и в одну, и в другую сторону. Успевал везде. И гол забил. И смотрите, сколько собрал перехватов. А здесь еще и фол на Анохине был раньше. Подождал Дмитрий Решов развития событий. Понял, что Динамо преимущество не получило. И дал свисток. Динамцы быстро разыгрывают. Анохин, Митин, удар. Мимо ворот. Концовка этой встречи проходит на половине поля Москвы. Думаю, что Дмитрий Решов не будет компенсировать особенно времени. Хотя, может быть, минутку и добавит. Посмотрим. Анохин. Тыняный. Хочется пятый гол забить динамовцам. Чижиков удар. Анохин пытался подставить ногу. Он, кстати, сегодня не забил, хотя тоже поработал-то неплохо. Ну и все. Финальный свисток знаменует победу динамовцев. Знаменует их выход в четвертьфинал, где Динамо сыграет с Гефестом. 8 и 22 апреля нас ждут эти матчи. Ну а сегодня будем завершать трансляцию. Для вас работал Александр Седов. Развивайте спорт в себе и себя в спорте. До свидания.